оценки жюри, особенно оценки Леонтьева, потому что пела его песню. Вот ты слушаешь свою песню в каком-то новом варианте, и ты уже лишаешься объективности, и поэтому каждый из нас предпочитает, чтобы эту песню оценивали трое других членов жюри. Я говорю вам «да». Да. Да. Это вот дурацкий страх, это на самом деле страх к самой себе. Мы боимся самих себя. И с этим нужно бороться. Я в этом хочу победить, понимаете? Саму себя, может быть. Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. Держись, возьми себя в руки. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь не обратилась в кулак. И если есть порох, то дай мне огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильнее, но смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти. В трезвом уме, но с твердой рукой в строю. В строю. Воля вольная, с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Ответь. Ангелина Сергеева. Расскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы, по-моему, слышали, как пел предыдущий парень? Очень круто пел. Мало того, что вы слышали, что мы еще говорили. И послушав, что мы говорили, вы как нормальный живой человек думаете, что все, шансов нет. Вот в этом состоянии вы вышли, как Мария Стюарт, сюда. Прекрасно понимаю, что вам уже сказали, казнена. Вот в этом состоянии вы вышли сейчас на сцену и спели очень круто. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Но там да, и здесь да, и категорически да. Володя Пресняков, пожалуйста. Вот ты сейчас напомнил мне такую историю.
Когда в Ирландии мы выступали после ирландской команды на громадном стадионе, и я понял, что вообще, ну, нет шансов никаких. И что-то, видимо, происходит с людьми, что заставляет народ реагировать совсем по-другому, нежели чем ты понимаешь, как они будут реагировать. Я еще, знаешь, себе не могу простить то, что я в молодости, в 15 лет, настолько у меня другая жизнь была, что я не до конца понимал песни Цоя. Насколько я их понял, допустим, после того, как меня жизнь шибанула об пол, и они мне настолько стали близки, родны. Было клево, очень, короче, офигенно. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, с Ангелиной вы репетировали песню «Кукушка»? Ты давал ей какие-то дельные профессиональные советы? Мы просто друг друга поддерживаем. Мы друг другу дали даже не совет, а такое пожелание, чтобы страх не победил нас, а чтобы мы победили страх. Диана, ваши впечатления? Ну, вы, конечно, боец. Очень аскетично, очень экспрессивно. Но для меня песня «Кукушка», она не про битву за Сталинград, а она такая личная история. К войне не имеет никакого отношения, скорее всего, ну, к жизни, но неважно. Это абсолютно для меня новая картина. Послушайте, Ангелина, а что вы пели до этого? Дельтаплан. Дельтаплан, да? Mm-hmm. Ну, совершенно другой образ, но вы безумно органичны. Мне кажется, что сцена – это ваша. Спасибо. Валерий Яковлевич, ваши впечатления после «Дельтаплана»? Это было ярко, очень сценично. Очень собрано, очень прицельно. Такой удар по зрителю. Это было значительно и эмоционально. Спасибо. Спасибо. В общем, надо решать. Я приглашаю на сцену Илью Григорьева.